Здравствуйте, уважаемые тюркские народы! В этом видео я буду отвечать на ваши вопросы. Здесь 10 вопросов, и в этом видео я на них отвечу. И вы под это видео можете оставить новые свои вопросы. Давайте начнем с первого вопроса. Эйнар, какой вы национальности? Я уже много раз отвечал, что я турок-месетинец. Родился я в городе Нарын. Вырос я в Бишкеке, Республике Кыргызстан. Второй вопрос. Аварцы Дагестана и авары один народ? Насколько я знаю, нет. Аварцы Дагестана, они не считаются тюркским народом, так как у них язык не тюркский. А древние авары, они тюркский народ были. Но ушли в Европу и там ассимилировались, исчезли. Третий вопрос. Кто такие Яджуч-Маджуч и Гог-Магог? Ну, по описанию это явно кочевники. Я считаю, что это, то есть понятно, что это монголы, тюрки, то есть смешанная монголо-тюркская орда. Их и называли Гог-Магог, Яджуч-Маджуч. То есть это не что-то выдуманное, не какой-то мифический народ, а реальный народ. Четвертый вопрос. Хотел бы узнать, есть ли в Турции гонения на тюркских националистов? Да, есть. При Эрдогане есть. То есть Эрдоган пришел к власти, и были гонения на пантюркистов, но в последние года он начал к себе приближать, потому что понял, что Турция держится на тюркских националистах, то есть... Эта страна существует за счет тюркских националистов. Так, пятый вопрос. Когда вы создадите партию, политическую партию? Не знаю, это еще не скоро. Мы стараемся создать сообщество. До партии пока мест далеко. Шестой вопрос. Какова численность тюркских народов сегодня? То, что указывается в Википедии, 165 миллионов, это неправильная цифра, я так считаю. Тюркских народов сегодня как минимум 220 миллионов. 165 это заниженная цифра. 220 миллионов сегодня нас как минимум. Идем к другому вопросу. Седьмой вопрос. Что за свастика на вашем флаге? На нашем флаге древнетюркская свастика. Она гитлеровцам или каким-то другим организациям отношения не имеет. Если вы хотите увидеть похожую свастику, можете посмотреть на мавзолей Ахмеда Ясави в Туркестане. Там прям на мавзолее есть свастики. Поищите в интернете, вы увидите там. Восьмой вопрос. Вопрос к автору. Если вы националист, то как вы относитесь к русским? К русским отношусь нейтрально. Не скажу, что я люблю или там ненавижу. Так себе нейтрально. И больше всего это зависит от самих русских, как мы к ним будем относиться. Девятый вопрос. Ты служил в армии? Да, я служил в армии в Турции, на юго-востоке. Служил я в тюрьме жандармом. И десятый вопрос. Турки и туркмены один народ? Ну, не один народ. Сегодня нельзя сказать, что турки и туркмены один народ. Это все-таки два разных тюркских народа. Но корень один. И турки, и туркмены являются угузами. То есть один корень. Как народы, два тюркских разных народа считаются. Но корень один. В этом видео, в общем, все. 10 вопросов, я на них ответил. Можете под это видео писать вопросы. И я в дальнейшем видео буду отвечать на них. Спасибо, до свидания.